В городе подвели итоги выборов Бобруйского городского совета депутатов 29-го созыва. Всего было задействовано 40 избирательных округов. 25 февраля свой голос отдали 114 517 человек. С подробным списком избранных можно ознакомиться на сайте горосполкома. По информации Минтруда Беларуси, Международный женский день официально выходной. По 10 марта жители Синеокой смогут отдохнуть. К слову, в мае уикендов будет еще больше – 1, 9, 13, 14. Однако за некоторые даты придется выйти в субботу, 18 число – рабочее. В новое издание «Красной книги Беларуси» планируют добавить более 300 видов растений. Кроме того, в перспективе включить 21 вид животных. По некоторым представителям фауны будет снижен природоохранный статус. Это коснется европейского зубра, рыси, барсука и медведя. Бобруйский горосполком информирует о наличии свободных жилых помещений арендного пользования. Прием заявлений по 1 марта по адресу Ленина 1, кабинеты 101-102. С подробным перечнем можно ознакомиться на сайте bobruysk.by. Городской автобус номер 20 начнет курсировать по обновленному маршруту. В тестовом режиме работа начнется 6 марта. Обкатывать рейс будут по 20 число. Движение по маршруту улица Гоголя, тепличный комбинат, будет осуществляться от остановки микрорайон Западный. Время отправления 14:55.